Всем привет из новогодней Хайфы. Наконец-то наступил вечер, и огни можно увидеть и на елке, и над улицей Бен-Гурион. Мы находимся в центре немецкой колонии. Очень много народу. Улицу закрыли, улица стала пешеходной. Сегодня весь район отмечает праздник праздников. Все субботы декабря перекрывают центр и народные гуляния. Сейчас я поверну камеру в другую сторону, и вы увидите, насколько много людей и как красиво вечерняя Хайфа. И вдалеке-вдалеке виден Бакайский храм с его ежедневной подсветкой, визитная карточка Хайфа. Приезжайте все в Израиль, приезжайте в Хайфу. Тихо, спокойно. К сожалению, у нас снега нет. А так все отлично, солнечно, праздничное настроение. Всех с наступающим Новым годом!